Да, действительно, получается, что этот вечер потеряет один бой, и мы перед своими, ну, болельщиками чувствуем определенную вину. И мы объявили уже в прессе, что любой желающий может билет сдать, получить деньги в полном объеме, никаких проблем нет. Но на сейчас, на сегодняшний день, таких прецедентов нет вообще. Я не знаю, может быть, они будут еще. Мне кажется, что очень много людей, которые разбираются в боксе и действительно понимают, что это за вечер и какой это будет уровень, они придут, им это интересно. Это то, что касается настоящих болельщиков бокса, разбирающихся в вопросе. Но, повторяю, если кто-то хочет сдать билет, это вообще никакая не проблема. Я даже не думал над этим, это совершенно очевидная история. Мы хотим быть корректными во всех вопросах. Спасибо.